Слушайте, ну дауншифтингом я уже занимаюсь, потому что я сейчас ни на одном канале ни одну программу не веду. Я когда-то был телеведущим, никогда к этому серьезно не относился, к счастью. Поэтому сейчас, собственно, вот опять не телеведущий. Можно сказать, дауншифтинг. Раньше был я ведущим на телевидении, сейчас ведущий на YouTube. Хотя, с точки зрения, наверное, некоторых аудиторий, это наоборот развитие. А что касается поехать в Таиланд и заниматься там сельским хозяйством, для этого надо уметь заниматься сельским хозяйством. Я этого делать не умею. Я считаю, что если человек после 40 лет в принципе научился чему-то тому, чего он раньше не умел, это уже счастье. Это может быть иностранный язык неожиданный, хотя бы какой-нибудь китайский, ну так, на будущее. Или, например, не знаю, начать заниматься столярным делом. Все это является хорошим развитием человека любого, поэтому тут сложно говорить о дауншифтинге. Если бы я после 40 лет, а мне уже 40 исполнилось, научился бы, например, профессионально заниматься, ну, не знаю, изготовлением мебели, я был бы счастлив и не считал бы это дауншифтингом.